Степан, казалось бы, рядовая победа, но она стала первой для «Витязя» на арене «Балашиха». Так что твой гол стал победным, и ты один из авторов вот этого вот успеха. Насколько тяжело она далась вот в игре с «Амуром»? Тяжело, сами видели, 2-2 в основном время. Начали не лучшим образом, второй хороший период. А это еще был один из... Вот. Дима хорошо сегодня играл, согласись, можно... Конечно, конечно. И буллиты он потащил, и вообще всю игру помогал нам. В целом, хорошо сыграли, вот. Как бы где-то перетерпели. Могли, может быть, в большинстве получше сыграть, еще забить, но хорошая игра в целом. Победа первая, приятно, конечно. Что за момент был вот тогда, когда показал, что ты получил травму и повреждение? Все же все обошлось? Ну, конечно, просто силовой прием хороший. Попал я под него случайно. Не успел вернуться или как? Или просто соперник оказался? Ну, хватило, секундочки. Хоккей если решает мгновение. Ну да. Скажи, пожалуйста, вот этот момент 3-3, а вот вы за 13 секунд забросили, это подготовка тактическая или просто вот главное выиграть шайбу и первым атаковать? Ситуация так сложилась, что, получается, мы выцарапали шайбу и сразу... У них человек упал, мы втроем убежали 3-1, контратака. Это, как сказать, просто хорошую атаку провели 3-1. Хорошо, удачная шайба у меня отскочила и, в общем-то. В первом периоде перебросали «Амур» там очень сильно, а все-таки проиграли. Вот где закономерность? Ну, не реализовали свои моменты просто-напросто. У них не так много моментов было, но эти... Один хороший момент и забили. Так что, ну, бывает. Ничего страшного. Команде предстоит Кубок Мэра. Это 3 матча на следующей неделе. Готовитесь? Готова команда вообще? Готовимся. Сейчас 2 дня отдохнем и в работу снова. Готовимся. Спасибо, успех. Спасибо.